Так, ну что, сегодня у нас 25-е. Погода вообще шикардос. Смотрите, Алусинский пляж. Там вообще переполненные вот эти вот народу. Тьма. Погода шикардос. Что же еще надо для жизни-то? Все так аккуратненько. Подходим мы вот к этой вот колоннаде, да? С надписью Алушта. Курорт. Курорт. Курорт — это значит, люди здесь реабилитируют свои жизненные силы после зимы. После зимы оздоравливаются вот таким образом. Вот сейчас смотрите, температура воздуха 27, температура воды 21. И людёх, нормалёк, да? Нормалёк, смотрите, что позирует она, что ли? Что-то встало там. Птички под названием голубь. Вот эти что-то деревянные их сделали, они просто стоят. Видать, вот здесь вот растают по этой вот территории, которую недавно сделали. А вот это городской пляж. Нормалёк. Нормалёк, да? Вот вам. 25 июня. Город Алушта. 2021 год. Вот сколько людей. Так, давайте чуть-чуть еще прогуляемся. Ну хорошо, сейчас на набережной никого нет, но жарко пекет, в общем-то. Жарень. Так, а где нам купаться-то? Я даже не представлю. Что-то неохота в эту толпу-то лезть. С этой там месиво людей. И вода непонятно какая. Мини-маркет. Может туда дальше пройти? Вон там, по-моему, поменьше или тоже там много. Ну ладно, вот такая обстановочка. Вот тут написано Алушта, центральный городской пляж. А, можно вот посмотреть данные. Воздух 28, волнение 0, вода, температура 21. Скорость ветра 1 метр в секунду. Все. Всем пока.